вчера ночью ехали, пробыл до утра, но пришла пора, и собрался в путь. Ну и ладно, Ивановский таксист взорвал социальные сети. Водителя на свой лад перепевающего песни Лепса тоже зовут Григорий. Своему тезке он пока уступает в популярности. Стадионы не собирает, да и не стремится к этому. И да, он действительно таксист. Просто мальчишки сказали, у тебя там неплохо Лепс получается, сделай нам какую-нибудь пародию веселую. Ну так чисто, разбавить трудовые будни таксистов. И они сказали, говорят, а что ты, ну типа скинь там в соцсети куда-нибудь или там в YouTube, ну залей просто. Пусть тоже народ, типа, угорает, типа того, короче. Ну вот как так получилось. Слава настигла Григория неожиданно. Озорные песни простого таксиста понравились народу. В социальных сетях начало стремительно расти количество просмотров и лайков. Некоторые ролики Григория посмотрели уже больше 100 тысяч человек. Такого автоисполнитель не ожидал. Когда залил, уже буквально через неделю был удивлен, потому что там буквально за неделю или там за полторы чуть ли не 30 тысяч просмотров было. Комментарии под видео только положительные. Люди предлагают Григорию принять участие в Евровидении и пишут, что с нетерпением ждут его новых песен. Случалось уже, что в службу такси звонили поклонники. Хотели вызвать именно Григория, но на публику таксист не работает и гастроли не планирует. Даже эти же видеосъемки, они сделаны не где-то на трассе, не где-то в городе, а за городом, то есть... Чтобы особо никто этого не увидел. Свои клипы Григорий снимает на обычный смартфон. Бывает, голос срывается, но ведь на звездность он не претендует. Все это только хобби, чтобы выплеснуть эмоции, накопленные за баранкой. Люди все разные, работаем мы, можно сказать, в сфере общественного транспорта, с людьми, тот же сервис. Не каждому клиенту там, грубо говоря, бывает, да, хочется и нагрубить, и что-то, но все равно сдерживаешься, а вот тот же Лепс, он бывает, просто как бы ты выплескиваешь эти эмоции, не на кого-то, ну так сам чисто в машине. Вот и все, так вот получается. Диапазон голоса Григория Лепса – 3 октавы. Ивановец свои не считает, но петь любит и продолжит это дело. Каждый имеет право на хобби. И это же отлично, когда результат нравится еще кому-то. Я устроился в такси. Это было так давно. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.